позицию, руки, ноги, потому что парень-то, конечно, хваткий, согласись. Да, да, да. Очень хорошая защита. Вот наш друг Морячок. Да, легендарная личность. Наш, так сказать, постоянный боец. Смотри, новая прическа у него, новый стиль. Отлично подкачан, собрался. Смотри, сухой, поджарый. Подкачался, подзакачался. Вот против него выходит. Так, ну-ка, Александр. Вот, спортсмен уже был. Конечно. Человека мы уже видели. Руки пожали, кулак. Ну что ж, представляем нам бойцов. Итак, это Сварог, Роман Иванов и Морячок. Наш Морячок. Морячок жестко, как всегда. Свеж, смотри, как очень вязкий. Отличная работа. Пока парни прощупают, очень хорошо, смотри, коленями хорошо, и защитой. Удары-то достаточно жесткие. Дай-ка прощупай твое лицо, называется, да? Да, 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 по полной программе, смотрите. Получи-ка с левый хук. Парни молодые, сильные, прекрасно подготовленные, оба готовятся активно. Оба нацелены на победу, заряжены. Знаете, оба такое готовы. Заряженное оружие в фильме было. Вот у нас примерно то же самое происходит. Парень пытается забежать за спину все время, да, и пытается кинуть. Отличный бросок! Прогибом, как он его вот кинул. Вот это да. Красиво. Морячок не ожидал, конечно, но на морфлоте бывает это не такое. Да, надо быть готовым к любому повороту событий. Хорошо, приземлился, слава богу. Это песочек у нас, да, травмы минимальные. Все ребята закопались как в окоп, смотри, да, в какой-то ямку себе. Маленькое гнездо себе свили там, смотри. И там что-то пытаются друг друга, так сказать, придушить, преломать. Да, Вячеслава пока не очень получается. Ничего, что-то ничего. Нет, прижимается, смотри. Он отдыхает да. Спокойненько, смотри, прижался, тот молотит, ничего страшного. Морячок знает свое дело, хорошую позицию занял, смотри, защитную, прижал голову. Вот так вот просто прижал, надо немножко ребра чуть-чуть поджать, может быть, да, как-то так, дыхание. Смотри, смотри, ручку, выцепляет ручку. Ах-ха-ха-ах, морячок, наш хитрый морячок. И шею заодно вот так вот, ногой, да, ногой шею. Ну что-то пытаться надо сделать какой-то, да? Рука, хорошо. Ай-яй-яй. Да. Но мягкий песок, Саша, приятно ложиться на мягкий песок, даже с 30 сантиметров. Нормально, пойдет. Удар в горло, конечно, не очень приятно, но надо как-то с этим мириться. Очень неплохо, да. Так, ну что, как-то перекидочку попробуй как-то под него туда залезть. Хитрый, вот, хороший удар по ребрам проводит. Джедайский Роман, прием да. Такой, нет, Саша, попробовать попытаться под него и туда перекинуть, как помнишь, Mortal Kombat Sony так делала. Раз так, и ногами ломаешь шею. Ну, ладно, Mortal Kombat это... Ломать не будем. Это совсем уж жестко. Ну что, действия пока такие у нас. Вялотекущие, да? Ну что, ну все равно это тяжело, Саша, силы уходят. Конечно, парни, в чью пользу уходят силы, это неизвестно. Да, да. Опа, приземление на спинку опять хорошее. Удары попытается носить, да, слева неприятно, вот эти вот такие боковые, очень неприятные по голове куда-то. Да, Роман пытается ударить Вячеслава, причем бьет по ребрам достаточно успешно. Вот такой вот Роман, а ведь парень-то по образованию инженер металлоконструкций, очень, да, занимается альпинизмом, такой обычный обыватель. Вот такие у нас бывают инженеры металлоконструкции, видите? Да, которым... слушал, как сам, как металлоконструкция такая. Да, 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 жесткий крутит, парень. Крутит нашего морячка, как положено. Да ничего, хорошая дефенс у морячка, он так приятно зажал руками голову, прижал, дает мало делать. Но все равно, видишь, как неприятно проходят эти боковые, пролетают то справа, то слева, прям как эти самые мухи какие-то налетели. Раз, в бок, в голову, в бок, в голову, в голову. Молодец. Хорошо маловато работает. Ударов, хорошо конечно. Работает все но, равно. Да, переводит с головы в туловище. Смотри, раз, нормальная практика. Два, раз, два, раз. Морячка разводит, да? Моряк прямо на удары. Да, Слава голову, Кашуба просто двужильный какой-то. Все терпит, смотрите, кровопатит. А еще лежит себе, получает плевухи. Вот так вот, стоечка, хорошо. Да, после таких ударов, я думаю, плавающие ребра там могут треснуть. Там. Два счета. Ну что, сейчас промою глаза. Так. Спина, что ли? Нет, что со спиной? Со спиной все в порядке, я что-то не могу понять вообще. Просто устал, да, чуть-чуть? Или что, да, устали парни. Небольшая техническая пауза опять. Обработка лиц держись! Бойцов. Улыбается морячок, молодец. Все хорошо, промыли, чуть вытерли губы, вытерли. Ну что ж, морячок отпивается водичкой. И сейчас готов, мне кажется, ворваться дальше в бой. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, что и Роман тоже будет готов к продолжению вполне. Парни настроены более чем серьезно.
Готов? Бой, поехали! Опа, плюхи. Давай, давай, морячок, соберись. Хороший удар. Опа, удар, смотрите, хороший, да. Отлично. Хороший лоу-кик был. Позиция сверху, добивание руками по голове. Хороший в корпус был удар, конечно, вот этот вот. Вот он и инженер металлоконструкции. Вот, смотри, как отбойный молоток просто по голове. Да? Молотком просто. Звук-то тупай, такой. Смотри, тук-тук-тук-тук. Не запрещено, удар, а не по затылку. А? Это удар по голове, нет? По голове, ну по голове можно, нельзя бить по затылку. Как в барабан, слушай, стучит. Типа, откройте мне лицо, покажите мне это лицо, я в него ударю. Ну что, морячок держится и так, и... Опа! Блин, неприятная позиция, очень неприятная. На ногами как туда пытаться вывести его, поймать, что ли, да, этот момент? Ну, попытаться сбросить, конечно, или... Сейчас, конечно, морячок в очень неприятном положении. Все. Да, к сожалению, эта победа отдается... Да. Техническим нокаутом таким легким. Иванову Роману. Не продолжил, да, не смог. Победа! Ну ничего, ничего, отдадим должное ребятам. Хорошая физическая подготовка. Хороший бой. Поднимает своего оппонента. Молодец. Вот сюда встаем. Вот сюда как встаем. Они с друг с другом, как говорится, обнялись, прижались. Ну что, сделал все, что мог. Молодец. Показал все, что мог. Андрей, можно? Да, вот сюда. Конечно. Встаем.